Никого нет. Выходи, старший братец. Ты в порядке, Шира? Пока ты со мной, я в порядке. Но? Нет, ты никогда не думал о нашей жизни за пределами банды. В детстве, когда мы росли в нищете и голоде, ты обещал построить вертолет и улететь вместе. Туда, куда мы пожелаем. Подальше от южного отряда. Ты уже взрослый и знаешь, что жизнь там не для нас. Неужели у тебя нет мечты? Мечты? Да. Моя мечта всегда быть с ней. Хотя, если подумать... Пока я с тобой, я защищу тебя. Я и сам буду защитить себя и тебя. Ты же обещал мне, что никто в полной мере не увидит твою силу. Ты поклялся мне. Думаешь, сможешь одолеть? Ну давай, поиграем, братья. Рано или поздно ты знаешь, что это случится. Рано или поздно. Я не знаю, было ли это на самом деле. Далекое воспоминание, или только сон. Я даже не уверен, хочу ли я немедленно проснуться или никогда не просыпаться. Единственная мысль, которая жила во мне на протяжении всего существования, то, что я делал, то, как я жил, все проходило через эту мысль. В конце концов, Шира — человек, которого я люблю.